Да, давненько я по полям не ходила. Всем доброго времени суток. Встретила случайно хозяина этого поля. Попросила разрешения покопать у него. Привыкла за последние годы только по лесам, по горам. В полях как-то разочаровалась из-за сохрана плохого находок. Ну ладно, раз попал такой случай, поищу на поле. Посмотрим, что из этого получится. И первая находочка, ребята, что-то убитое в усмерть. Возможно, была монета. Лежала почти на поверхности. Попробую помыть дома. А вдруг что-то будет видно на ней? Немножко подчистила эту монетку, ребята. Но это почти совсем как алик. Было когда-то маравиди, монета в один маравиди Филиппа III. С этой стороны F.1 коронованные. Легенды не видно. И кусок обломанный. А с этой стороны должен был быть герб Наварры и две буквы. Буква П латинская, буква А Памплона. Ну, вот такая монетка. В хорошем сохранении она стоит до 50 евро. Ну а так, это как алик. Ладненько, идем искать дальше. Поле совсем рядом с городом. Вот. Земля у нас твердая, жутики. Ну, надеюсь, что смогу копать, что хватит силенок. Очередная находочка, вот такая пуля. Для меня она совершенно бесполезна. Отдам коллеге, который собирает такие вещи. Солнце поднимается, жарить начинает. Поздновато я сегодня вышла. Ладненько, топаем дальше, пока еще совсем солнце не поднялось. Вот он, цветок удачи и защиты, который баски цепляют над дверями своих квартир. Возьму себе домой. Попробую я прицепить на двери. Интересно, будет какой-то эффект или нет. Упс, ребятки, гильзач выскочил. Ой. Вот такой. Старенький. Будет нашему коллеге. Он любитель такой радости. Я не очень. Вот это как раз монета того периода, который мне нравится больше всего. Но, ребятки, похоже, сохранчик плачевный. Все-таки поле. Нет, в горах и в лесах лучше искать. Вот такая монетка почистилась. Ребята, сохранчик, конечно, желает лучшего. Но то, что есть. Это бакета, как я и думала. Мелкая монетка. Печатали ее во Франции, в городе Берн. Для Наварры. Ой. Вот такая монеточка. Даже не знаю, как вам лучше ее показать, чтобы виднее было. Вот так. Но с этой стороны вообще она никакая, к сожалению. По идее, там должно было быть две коровы, вот тут и вот тут. А здесь две буквы H. Вот здесь и вот здесь коронованные. 1572-1610 год. Выпуска таких монеток. Здесь, в принципе, когда я чистила, была видна немножко дата. Но, увы, 1570 какой-то год было написано, но сейчас уже и ничего не видно. Жаль, конечно, что она в таком плачевном сохране, но я очень надеюсь, что на том поле еще есть такие монетки в лучшем сохранчике. У меня такая в коллекции есть в хорошем сохране. Я фотку приложу вам. Вот так. В церкви на службу звонят. А мне попалась вот такая пуговичка.
Вот. Не знаю, лысая или нет. Солнышко спряталось за тучку. Какая благодать, ребятки. Не жарит так. Ладно, еще немножко похожу и пойду домой. А это обычная песета, ребята. Это все равно, что ходячка дома. Советская. Тиана. Хуан Карлос. Помою дома, покажу, какой год. Я их не очень люблю. Их на пляже много встречается. У нас уже их килограммы лежат на балконе. Ну, это, конечно, имеет сохран лучше пляжного. Но все равно. Это все равно, что советы дома. Ладненько, топаю дальше. Ага, ребятки, кажется, в горах уже дождик идет. И сюда движется. Нет, дождик, конечно, нужен. Здесь все сухое совсем. Но мне придется сматывать удочки раньше, чем я предполагала. Ладно, пока еще покопаю немножко. Еще один гильзач, ребятки. Вот он. Все-таки хорошо ходить с сафариком, когда он на всех металлах. Потому что там же в ямке остался железный сигнал. А гильзач все-таки сафарик учуял. Сейчас вам покажу железный сигнал. Минутку. Хожу в наушниках, поэтому сейчас не слышно. Сейчас вытяну. Вот. Ой, секунду. Слышите, да? То есть было два сигнала. Один гильзач, а второй железо. Железо осталось, гильзач я вытянула. Все-таки лучше ходить на всех металлах. Ладно, иду пока. Пока совсем дождь не приблизился. Вижу, что уже на соседней горе идет. Ладненько. Быстренько пройду еще рядок и домой. Вот он, дождик там над горой. Не знаю, как через камеру, но мне хорошо видно. Прямо полосами такими. Да, приличный дождик. Сейчас до рюкзака дойду и домой. А вот это даже не знаю, что. Или такая манюсенькая монетка снова. Или пломба, или вообще какой-то шмурдячок. Дома помою. Если что-то хорошее, покажу. Гляньте, вот она монетка. Видите? Но земля очень-очень твердая, поэтому одной рукой я достать ее не смогу. Сейчас достану, покажу. Так, ну и как ее вытянуть, друзья? А? Это же вообще, гляньте, я лопатой бью. Земля камень просто. Ужас. Ну, просто невозможно. Я даже не знаю, как ее вытянуть, а? Это же жуть. Может, ножичком подковырнуть, гляньте. Вот она. Или так брать домой, дома отмочить. Ладно, что-нибудь придумаю. Пришлось ножичком выковыривать. Это перечекан, ребята. 17 век, Филипп IV. Не вижу сейчас хорошо, какой номинал, но это перечекан. Видите, выковырила ножичком. Да, земелька еще та. Так, это оказался, как я предполагала, перечекан времен правления Филиппа IV. Эту монету перечеканивали дважды. Вот здесь один штамп и здесь другой. В одном случае штампа было два. С одной стороны печатали номинал, с другой стороны печатали вот здесь номинал, видите? Вот он. А с этой стороны был год. Скорее всего, 1621. Вот единичка только осталась. А это уже второй перечекан. R и 4. То есть 4 Моровиди.
Это уже позже сделали. Но и тот, и другой перечекан относится к 17 веку. Правление короля Филиппа IV. Из какой монеты его перечеканили, теперь уже и не узнаешь. Тут какие-то остатки видны, какой-то маравиди. Ну, вообще-то, как для перечекана, очень приятная монетка. Все штампики хорошо видны. Хороший сохранчик. Вот такая монеточка. Ребятки, вот это находка. Вот чего не ожидала, того не ожидала. Тем более почти в черте города. Гляньте. Это же наконечник. Ну, все ожидала найти. Но такого я очень довольна. Вот это везение. Класс. Вот такой наконечничек получился после чистки. Патина не совсем ровная, все-таки полевой сохран. В горах было бы намного красивее. Ну ладно, все равно находочка приятная. Опс. Вот такой он. Приятный наконечничек. Пойдет в рамочку вместе с тем, который у меня есть еще один, только кремниевый. Ну и с премонетами, конечно. Уже почти подошла к рюкзаку. Гляньте, какая сережечка выпала. Вроде бы как сережка. Дома посмотрю, серебро или бижутерия. Ну, прикольно.